Иваныч! Иваныч, машина припаркована, горит! Саня, чья это машина? Не знаю, недавно подъехал. Как ты не знаешь, чья это машина? Она на парковке стоит. Не наша машина. Я с тобой потом разберусь. Давай, смотри, что там. Тряпка. Тряпка горит. Какая тряпка? Да вон она. Давай, доставай ее. Чем я ее достану, Иваныч? Давай, дуй. За огнетушителем дуй. Ну-ка, код не поменял? Спасибо, Юра. Ценю. А вот и документы по сделке с Развозовым. Все здесь. Сюрприз, Юрка. Последний пункт моего плана. Главное загнать соперника в угол. Дальше он сам себя уничтожит. Мазуров тут не живет, так что перед небесами я чист. Ну вот, Юрий Викторович, привет тебе, пламенный друг Сергея. Что, вернулся с родины бокса? Научился удар держать, да? Я смотрю, тут время тоже зря не терял. А я не в моих правилах время зря терять. От бесполезной работы только больше потеешь. Да? Когда ж ты понял, что зря стал потеть? Когда увидел, что ты девушку окольцевал. Видно стало, что колечки не смог представить, да? Что? Алло. Извиняюсь, что поздно, но это очень срочно. Кто это? Бакулин. Бакулин? Да. Гриша, я надеюсь, ты не по поводу выходного пособия. Слушайте, мне звонили МЧСники, сказали, что ваш загородный дом сгорел. Не понял.
Но что? Загородный дом, говорю, сгорел дотла. МЧСники говорят, что, скорее всего, поджог. Ну, детали, правда, не знаю. А какого хрена они тебе звонили? Ну, видимо... Думают, что я еще работаю на вас. А что ты тогда звонишь, если не работаешь? Я поэтому и звоню, чтобы они думали, что это я поджег, либо мои ребятки. Задницу прикрываешь? Так, мое дело сказать, там думать, что хотите. Да пошел ты. Нормально, Юрий Викторович, нормально. А я ж теперь кругом должен. Погасили достаточно быстро, но повреждения достаточно серьезные. Достаточно серьезно это как? Ну, восстанавливать придется много. Площадь пожара составила... Короче, страховую уже подключили. Простите, а страховая тут ни при чем. Че значит ни при чем? Ты че несешь? Юрий Викторович, дом был застрахован. По схеме два равных платежа в течение года. Первый платеж заплатили. По второму срок истек неделю назад. И платеж не был оплачен. Почему? Я тебя спрашиваю, почему не был оплачен? Потому что не было денег. Простите, но это ваши слова. Какие деньги, Толя? Ты чё? Ты чё, нюх потерял, а? Какие нахрен слова? Ты о чем? Ты кем здесь работаешь? Я вам напоминал несколько раз. И устно, и письменно. Можете почту посмотреть. А вы меня послали. Далеко послал? Нормально. Ну так вали туда еще раз! Шевели копытами! Извините, что без предупреждения. Честно говоря, я не очень готова к беседе. Поверьте, я совсем ненадолго. Ну, тогда пройдемте на кухню. Да нет, не беспокойтесь. У меня только один вопрос, касающийся приятеля вашего мужа. Какого приятеля? Харькова Валентина. Кстати, если вам интересно, его отчество Владимирович. Харьков Валентин Владимирович. Вы случайно не знаете, где его можно найти? А вы что, не одна живете? О, здравствуйте, Валентин Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, вам знакомы? Да, очень. Я веду дело об убийстве мужа Светланы Геннадьевны. А. Вот, зашел с просьбой организовать встречу с вами, а тут вот такая оказия. А что у вас лицо? Да, это ДТП. А, да, ну, слышим. Валентин Владимирович, чтобы не беспокоить Светлану Геннадьевну, может, прогуляемся? Да, совершенно верно. Согласен. До свидания. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Не надо мне объяснять, что такое круг подозреваемых, я как себе представляю. Вот все эти друзья, знакомые. Все верно. Кстати, а вы к какой группе себя относите? Для Сергея – друг. Для Светланы – друг Сергея. То есть конкретно для Светланы вы скорее знакомый, чем друг? Конкретно для Светланы я друг Сергея. Именно так, как я сказал, а не так, как вы думаете. Не понял. Это же по вашей версии. Светлана была заинтересована в том, чтобы убить собственного мужа. Я уже принес свои извинения за инициативу нашего сотрудника. Вообще за такой бит по морде. Так, к слову.
Валентин Владимирович, где вы познакомились с Сергеем? На рыбалке. Давно? Давно. Слушайте, что вас смущает, что друг погибшего человека находится рядом с его супругой в тот момент, когда ей тяжело? Ну и чем? Меня в этом деле многое смущает. Что? Так, спокойно. Не надо напрягать голосовые связки. У меня со слухом все нормально. Основную часть вам вернет банк. Послушайте, я еще раз вам говорю. Как только подойдет срок, я все верну. Ясно? Ну так продадите меня на органы. Все. Можно, Юрий Викторович? Нужно. Ну, что там с банком? Нашли этих хакеров? Вряд ли. Пока не проведут внутреннее расследование. Да какое нахрен расследование? Чего ты стоишь, молчишь, как истукан, ну? Вот. Что это? Мое заявление об увольнении. Ну так вали отсюда! Еще один вопрос, можно? Да. После гибели Воробьева вы ведь не сразу стали опекать Светлану? Нет, не сразу. Ну, как только появилась возможность. Я почему спросил? До вас опекуном Шевердиной был друг Сергея, Юрий Мазуров. Вы, кстати, с ним знакомы? Нет. Ну, слышал, но не пересекались. Так вот, как только вы появились, между ними сразу начались активные судебные разбирательства. Вам не кажется это странным? Не понимаю. Что именно? То, что прежний опекун уходит в сторону. Вы приходите на его место, и тут же в сторону Мазурова летит судебный иск. Но иск был подан не на Мазурова, а на долю Сергея в их совместном бизнесе, насколько я знаю. Вы настолько в теме. Я этого не скрываю. Я считаю, что Светлана Геннадьевна имеет право позаботиться о собственном будущем, будущем ребенка. Нет? Конечно, согласен. Ну, что интересно. Все эти события совпали с вашим появлением на горизонте этого дела. Поэтому в нашем расследовании вы пока самая загадочная фигура. Все? Вопросов больше у вас ко мне нет? Пока нет. Спасибо, что уделили время. До свидания. Всего доброго. Да, вы. В следующий раз не надо меня искать через Светлану. До свидания. Я слушаю. Звоню напомнить о встрече. И документы не забудь. Спасибо, я помню. Значит, склерозом не страдаешь? Не страдаю и буду вовремя. Девушка, я вам точно говорю, у нас была переплата за воду. Нет. Я платила 16 числа. Нет, я не путаю, там была переплата. Что значит сколько? Я не калькулятор держать такие цифры в голове. Сейчас найду квитанцию. Что? Девушка, я понимаю, что вы много работаете. Но у меня тоже много работы. Я все бросила и пошла искать к вам квитанцию. Да, вам. Потому что вы мне звоните. Только уверяю вас, там была переплата. Хорошо, через 15 минут. Куда же он мог квитанции это здесь?
Господи, так заикой можно стать. Новый компьютер купил. Девушка, я же вам сказала, 15 минут, прошло только 3. Что? Страховое агентство? Да, я слушаю. Макс, дома? Да-да! Иду-иду! О, привет! Слушай, ну все, забрал я Веру из больницы, отвез ее домой, все в порядке. Че такое, у тебя все нормально? Нормально. А? Ну, что там у нее, о чем говорили? Слушай, да ни о чем особо не говорили. Так, что-то про больницу, про здравоохранение. Ну, я ни к какие темы не начинал, она, слава богу, тоже. Но я так понял, у тебя еще не получилось с ней поговорить, да? Валя, ты сам соображаешь? Ну, что? Иди бы деликатно, и ситуация такая. Что ты домой ты не привез? Мама, она тоже несколько дней не была дома, ну как... На, держи, вот здесь продукты. Мясо надо в морозилку. Господи, ты в прошлый раз в морозилку под завязку загрузил. Ну куда мне столько? Ну а мне куда девать, Мар? Господи, боже мой. А мне-то что с ним делать? Я это ни с кем. Ты как в свет в окошке появляешься? Вместо того, чтобы продукты с сумками таскать, лучше бы почище дома был. Мам, ну хорош ворчать, а? Ну, тебе все нормально? Вань, мне нужно с тобой поговорить. Ну, ты дома почти не бываешь, мы с тобой не разговариваем. Ну, хорошо, давай поразговариваем, а? О чем ты хочешь поговорить? Ну, как тебе сказать, ну, хотя бы про работу. Приятного аппетита, Николай Ильич. Ну, Чебак, я вас слушаю. Дело в том, что, Юрий Николаевич, у нас с вами не самые приятные новости. Добить хотите? Ну, да, я слышал про ваш дом, значит, сочувствую. Но... Ладно, все, давайте без этого. Ну, что случилось? Начну по порядку. Я узнал, кто в защите у госпожи Шевардиной. Братья Березуцкие? Если бы. Некто Валерий Бубнов. Мой старинный приятель и однокурсник. Кстати, на курсе был далеко не последний. Я так понимаю, мы уже проиграли дело? Нет, но выиграть будет очень сложно. Понял. Мои расходы увеличиваются. В чем тут деньги? Дело в том, что доказательная база для Бубнова – это весьма крепкий орех. А может, мне со Светланой Шевардиной адвокатами поменяться? Послушайте, я к вам в адвокат не напрашивался. Если вас что-то не устраивает... Все, все, проехали. Давайте без этого. Если он ваш знакомый, однокурсник, может, с ним можно как-то договориться? Сколько он берет? Перекупать клиента за деньги – это, мягко говоря, не камильфо. Бубнов на это не пойдет. Вопрос о репутации. Ой, ты смотри, прям святоши вокруг. Тимуров-то, репутация у них. Одну секундочку, извините. Алло, сейчас, сейчас. И даже не в репутации дело. Дело в том, что мы не знали всех обстоятельств. Алло. Да. Да. Ни в коем случае. Человек. Сто грамм виски, любой 12-летний, только побыстрее. Ни при каких обстоятельствах. Извините, я больше не могу. Извините, Альбо. Ну, чего такого мы не знали, Николай Андреевич? А не знали мы, что госпожа Шевардина беременна? Что? Вот так, и это серьезно. Она что, специально вот это для того... Не, боже мой. Она беременна от... своего покойного гражданского супруга. Это невозможно. К сожалению, это объективная реальность, которая слишком сильно осложнит нам дело. А ведь это еще доказать надо. Я же вам говорил, Валерий Бубнов очень серьезный адвокат. Он
эксгумацию затребуют для генетической экспертизы. Дело ведь о прямом наследовании. И что теперь делать? А вот теперь мы будем думать. Запустили новый сайт. Вот. Взяли двух айтишников. Вот. Решили свой сервис открыть. В лизинг взяли новую технику. Ну и там что-то по мелочам, какие-то там два новых контракта. Новых поставщиков нашел хороших, зарубежных. Вот, так что все хорошо. Тебе из страхового агентства звонили. Какая-то история с разбитой машиной. А. Сгоревшая машина, авария. Да, уже все нормально. Так была авария или нет? Мам, авария была, но уже все в порядке. Все. Угу. Я уже новую машину взял. У нас новая машина своя, а? Ой, что-то, наверное, дождь будет. Чего меня ты? Костя ломает. Слушай, а тебя нога не беспокоит такую погоду? Нет, а что? Здрасте. Ты во втором классе катался на велосипеде. Цепь сорвалась и тебе рассекла голень до самого сухожилия. Да не, мам, смотри, все нормально. Вон, смотри, даже ничего не осталось. Никаких шрамов. Ой, слава богу. Все, как на собаке. Угу. О. Все. Все, мамочка, я побежал. Вот так. Я позвоню. Угу. Дорогой. Эх, Валюха, Валюха. А ведь велосипеда у тебя никогда и не было. Да. Туки-туки-туки-туки. Да. А вот все как всегда, все так же, все уныло. В смысле? Ну, в смысле, я к вам уже в десятый раз прихожу. Вроде юбилейчика, можно было как-то отметить, а у вас, как обычно, серо и однообразно. Будете? Нет, спасибо. У вас что-то случилось? Нет, чего взяли? У меня все отлично. Тогда, если можно, уберите это. Ой, да ладно, майор, давай лучше ближе к делу. Да. Юрий Владимирович, у вас там Николай Иванович зайти просит. Что-то срочно. Извините на минутку. Слышал о вашем загородном доме. Что? Скажите, а почему вы отказались писать заявление в полицию? Пустая трата времени. Почему? А установить личности преступников? Да какие личности? Это наверняка сделали представители пролетарского быдла. Они же ненавидят обеспеченных людей. Да и потом... Никто мне убытки не возместит, одни расходы только будут. А как же справедливость? Какая справедливость, майор, о чем-то? Все-таки странная логика. Почему странная? Почему? Убили двух ваших друзей.
вы окружаете себя охраной. И какое-то время считаете, что вы следующий. И при этом думаете, что поджог вашего дома – это происки пролетариата. Мои друзья не от зажигалки погибли. Вы убийцу ищите, а дом никуда не денется. Точно не будете? А я накачу. Славочка, ну проходи, не стесняйся, сейчас будем чай пить. Спасибо, Светлана Геннадьевна, да как тебе удобно. Да ну что ты говоришь, я, надо же как бывает, думаю, ты не ты, ты не ты, а это привет, ты. Да. Привет. Познакомься, пожалуйста, это Слава, это Валя. Приветствую. Слава, это водитель Сергея. Наверное, Сергей тебе рассказывал? Да, рассказывал, в основном про рыбалку. Ну, проходите, я тут сыночков наварганил. Да? Да. Отлично, Слава, проходи. Слав, ну, расскажи, как у тебя дела? Что у тебя нового? Да ничего особенного, это самое. Работаю. Возишь кого-нибудь? Больше? Нет, спасибо. Ну да. Спасибо. Вожу. Слава, конечно, просто вот как член нашей семьи, золотой человек. Спасибо большое. Ой, звонит мой врач. Извините, пожалуйста. Да, Лар, привет. Не волнуйся, ну все нормально. Здесь молчим, поговорим на улице. Не получится. А мы постараемся. Лар, ты не волнуйся, я выполняю все твои предписания. Ну, конечно. Но я же не враг своего здоровья. Тем более, что оно не только мое. Ладно, обнимаю тебя. Пока-пока. Что ты забыла мне сказать? Только не бросай трубку. Ты же прекрасно понимаешь, что я тебя уже нашел. Откуда у тебя этот номер? Это не важно. Нам нужно с тобой встретиться. Я полагаю, мы с тобой увидимся в суде? Света, мне нужно с тобой поговорить до суда. Это очень важно. Ну, нас кто-то с тобой рассорил. Ну, поверь мне, я не хотел этого. Назови мне хотя бы одну причину, по которой я должна тебе верить. Дружба с Сергеем. Просто назначь встречу. В любом удобном для тебя месте, в любое удобное для тебя время. Ну, чтобы ты не боялась. А я и так. Ничего не боюсь. Ты же прекрасно понимаешь, о чем я говорю. А если я тебя пошлю куда подальше? Тогда мне придется навестить тебя. Я подумаю. А ты подумай, Светочка. Подумай. Что, как вы тут? Да, отлично. Слав, тут историю смешную рассказал. Как вы в прошлом году в машине застряли. Они Серега толкали, а ты рулила. Да, было такое. Я еще помню, что-то вы подкладывали там под колеса. Я никак не могла понять, когда начать движение. Ты в порядке? Да, полежу немного. Угу. Я, наверное, тоже поеду. Мне действительно пора уже. Я провожу. Слава, я так была рада тебя видеть. Так хорошо, что ты зашел. Ты приходи, ладно? Я тоже, конечно. Не забывай. До свидания. Счастливо. Ложись, я все уберу сейчас. Хорошо. Соседница, да? А что, молодая, красивая вдова, богатая при бабле, да? Да, это? Да! Да, пусти! Успокойся! Да, пусти, больно! Успокойся!
Значит, постараюсь услышать, что я тебе скажу, Слава. Я Валентин Владимирович Харьков. Действительно, друг Сергея Воробьева. Это ясно? Ты мне рассказывал что-нибудь про застрявшую машину? Может, ты рассказывал? Чего ты врешь сам себе? Давай еще что-нибудь тебе расскажу. Давай, сколько тебе Воробьев от дерьма армейского отмазывал. Чего ты смотришь? Давай, в подробностях расскажу. Ну что? Как думаешь, что будем делать? Рассказать Валентину про Мазурова? Ну вот я тоже так думаю. Да пойми ты, Слава, я Сергея знаю лучше, чем вы, чем ты, чем Света. А о вас я хорошо знаю, потому что мне о вас рассказывал Сергей. А как я тогда к вам водителем попал? Случайно? В резюме случайно. А потом уже из кандидатуры выбрал. Чтобы через меня выйти на Светлану Геннадьевну? Слава, Светлане угрожают. И я должен ее защищать. Ее могут убить. Как убили Сергея. Как убили Скрябина. Это все делает один и тот же человек. Не надо тебе в это лезть, ясно? И еще, тебя могут спрашивать обо мне. Ты должен будешь сказать, что раньше видел меня с Сергеем. Ну это же неправда. Слав, если у нас с тобой много так совпадений в жизни, может, это не случайно. Ты должен мне поверить. Других вариантов нет. Самое главное – молчать. Да? Угу. Вот, тут проценты по сегодняшний день включительно. Это хорошо. Петр Александрович, я в следующий раз рассчитаюсь сразу после решения суда. Нет, Юра, в следующий раз ты рассчитаешься до решения суда. Давай закрывать вопросы в хронологическом порядке. Да, ну, вы же знаете, у меня проблемы сейчас. Так это же твои проблемы, а не мои. Эдуард Александрович, я... Не в моих правилах повторять дважды, но для тебя сделаю исключение. Ты рассчитаешься до решения суда. А почему? Да потому что неизвестно, как этот суд закончится. Да нет, все будет хорошо. Там судья прикормленный. Нет, правда... Знаешь, как бывает? Иногда тигры дрессировщикам бошки откусывают. А вроде тоже прикормлены. Все, я свободен. Ну, Эдуард Александрович, иди. Да. Ну, что скажешь? Ну, как-то неуверенно он себя вел. Тоже заметил. Угу. И что нам теперь с этой неуверенностью делать? Надо проверить. Проверить неуверенность? Угу. Забавно. Короче, Паша, надо пробить еще по нескольким каналам факт знакомства Харькова и Воробьева. Что-то мне пока тут не все понятно. Наташа, тебя что, стучаться не учили? Можно, Юрий Викторович? Светочка, какая неожиданность. Ну а что ж ты, хоть бы предупредила? Ты тоже не обо всем предупреждаешь. Наташ! Да, Юрий Викторович? Сделай нам кофе. Да. Или может чай? Тебе ведь сейчас не все можно. Хорошо, что тебе можно все. Я, конечно, понимаю, Светочка. Столько всего навалилось, плюс это беременность, и... А ты что, торопишься? Противно. О, откровенно. Заслужил. А ты, значит, вся такая белая в бантиках, да? Сначала чьи-то хакеры атаковали мои счета, потом дом сгорел, документы пропали. Открываю утром сейф, а там записка только с угрозами. Какие хакеры? Ой, Светочка, не переигрывай. У тебя что, дом сгорел? Да, представляешь? Горел себе такой, потрескивал.
Послушай, я к твоим домам, счетам, документам никакого отношения не имею. Ты еще скажи, что иск в суд не ты подавала. Если я на что-то и претендую, то не на твою долю. На долю нет. На бизнес, да. Ты что, не врубаешься, а? Забрав долю Сергея, ты уничтожишь его же бизнес! Все твои советчики — это дерьмо собачье, потому что они знают, что с тобой можно договориться, а со мной нет. Ты пойми, Свет, если бы ты раньше, ну, если бы ты изначально доверилась мне, то мы уже давно оба были бы в шоколаде. То, что ты был бы в шоколаде, в этом я не сомневаюсь. Не понимаю. Чего ты не понимаешь? Я не понимаю. Как ты будешь управлять контрольным пакетом акций? У тебя же начнется вот сейчас вот это, эти роды, пеленки, распашонки. Минимум на год, а то и на два. Это для конторы нас это все, вот это край, это смертельный приговор. Свет, если мы оформим передачу прав на твои акции, фактическим владельцем будешь ты. Я же буду заниматься только менеджментом, и все. Это моя жизнь, и ты к ней никакого отношения не имеешь. Жизнь на свет как халява. А что дальше? Ничего. До встречи в суде. А, пожалеешь еще об этом. Ты тоже Сергея пожалел? О чем это ты? Скажи мне, как это? Убивать друзей ради денег? Святослав Дмитриевич, вы же помните, о чем мы беседовали на прошлых встречах? Ну, помню. Так а что же вы нам не рассказали о том, что ваш нынешний шеф Валентин Харьков имеет отношение к вашему прежнему шефу Сергею Воробьеву? В смысле отношения? Они что, не были знакомы? А в этом смысле были. Так а почему же вы нам об этом не сказали? Ну, так это самое, вы не спрашивали. Отличный ответ. Самый распространенный. А как вы попали на работу к Харькову? Ну, так это самое, случайно. Я отправил просто резюме свое в одну контору. Валентин Владимирович как раз водилу искал. Увидел меня, позвал. Ну, мы же с ним знакомы через Сергея Леонидовича. Кстати, а давно они были знакомы? Ну, Харьков с Воробьевым. Ну, точно я вам не могу сказать. Это Валентин Владимирович вам точно скажет. А вы часто видели их вместе? Ну, пару раз на рыбалке, в городе, в ресторане. Ну, так. Угу. То есть вы подтверждаете факт знакомства Воробьева и Харькова? Ну, да, подтверждаю. Спасибо. Можете идти. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из страховой. А Марина вчера предупреждала. А я не думал, что вы так рано-то. А начальства нет никого? Не, раньше 9. О, это наши, да? Ага. Я смотрел вчера. Да, а я вот не смог. Как с вечера интернет обрубили, только сейчас включили. Вот приходится в записи. Только ты мне не рассказывай. Так хорошо, да, что? Я сам хочу посмотреть. Я бы счет не смотрел бы. А тут, зараза, как включил интернет, в новостях сразу с первой строчки. А, это да, Салата. Да и не говори. Вот Барышев, вот прекрасный игрок. Да какой он! Нет, вот сейчас будет дриблинг просто превосходный. Вот. Там, пяточкой. Слушай, Пятый. Ну ты это, присаживайся. Ты чего я? Я встаю. А че стоять-то? Садись. Что там? Наши? Да, наши, но не забили. От лохи-то, а? Да. Да то ничего мне не рассказывай. Я ж за стулом. Забили? Да, вот сейчас забили, но вот дальше нашим будут бить, поэтому я пойду, потому что у меня нервы уже. Ага, черт, да, нервы.
Нервы надо беречь, нервы. Куда ты бежишь, урод? Ну не идиот, а? Гол был на 15-й минуте, значит, мне еще минут 25 есть. Работаем. Алло, Михаил Яковлевич, добрый день, дорогой. Ну что, у меня все готово, так что предлагаю сегодня подписать договор. Так что с тебя проплата, а с меня... Подожди. Как это уже не надо? Не, стоп. Так дела не делаются. Нет, это ты меня послушай, слышишь? Я... Да при чем тут развозов вообще? У нас с тобой совершенно другая тема. Да я... Козел. Так, хорошо. Алло, Кирилл Анатольевич, Мазуров беспокоит. А по поводу металлопроката. Ну, у нас все в силе? Какой форс-мажор? Вы в курсе, что по условиям контракта для вас предусмотрены штрафные санкции? Слушай, Кирилл, какой суд? Чё ты несёшь, ну? Ну ты же не... Ты же меня не первый день знаешь, Кирилл, ну? Алло! Вы что там все с дуба рухнули? Алло, Наташа Мазурова беспокоит. Слушай, помолчи, пожалуйста. Договор на подпись от Карапетяна пришёл? Ну, а перезвонить ему тебе, что ума не хватило? Ну, перезвонила, дальше что? Понятно. Суд признает факт гражданского брака между Шевардиной и Воробьевым. Таким образом, гражданка Шевардина может вступить в право наследства имуществом Сергея Воробьева. Юрий Викторович, мы, естественно, подадим апелляцию, будем требовать повторной генетической экспертизы. Андреевич, иди ты в жопу. Ну, я вам позвоню. Ну, здравствуй, Юра. Эдуард Александрович, я... Я все знаю. Ввиду сложившейся ситуации, можешь считать предложение по сделке аннулированным. Как аннулированным? Ты что? Что я же на кон все поставил, понимаете? Все! Как твоя ставка-то и расхлебывание. Нет, стоп. Вы так не можете просто взять и заднюю врубить. Я что хочу, Юр, то и врубаю. Это бизнес. Да? Хорошо, вы меня отжали. У нас даже терминология с тобой разная. Будь здоров. И документы по сделке вернуть не забудь. Да пошел ты. Привет. Что-то еще не рано. А я просто вчера поздно закончил, решил сегодня пораньше начать. С
странная логика. Элементарная, я могу пояснить. Так, перед тем, как ты начнешь меня логике учить, давай-ка мы с тобой покумекаем о линии Мазуров-Харьков. Значит, ситуация складывается следующая. По линии Воробьева мы их отношения через родственников проверить не можем, поскольку родственников у него нет. Только гражданская жена. Я правильно излагаю? Правильно. Я бы даже сказал, безупречно. Паша, ты, конечно, за мыслью следи, но поаккуратнее с ремарками. Виноват. Получается, что линия Воробьева для нас пока закрыта. Мазурову и Полякову мы на слово не верим. Особенно Полякову. Вот тут мы с тобой расходимся. Для меня Мазуров более скользкий тип. Вот я тоже так думал, пока на новом рабочем месте Полякова карабин не нашел. Молодец, что нашел, но пока мое чутье против твоего выигрывает. Подожди. Что ты у него нашел? Карабин. Беркут 2М. Изъятие произвел? Никак нет. Он так и остался там лежать в гараже. Ты уверен, что он там до сих пор лежит? Да. Ну, думаю, да. Ну, кому из него сейчас стрелять? Давайте это логически рассуждать. Так, Паша, опять ты со своей логикой. Получается, Полякова арестовывать надо. Куда ты? На задержание. А ордер оформить? Валя, привет. Привет. Проходи. Здравляю. Спасибо. Здравляю. Ух ты! А это тебе, Рожа. Вот это да. Ну, вроде ничего не перепутал. А какие красивые цветы. Все еще не верится, что уже все кончилось. Ну, не так, чтобы все об этом пока рано говорить. Рано? Ты думаешь, что Юра не проглотит решение суда? Думаю, не проглотит. Ну, а что ж тогда делать? Ждать? Ну, слушай, ждать тоже не особо правильная тактика. Что мы имеем? У тебя контрольный пакет акций, правильно? Ты же дальше не собираешься с Мазуровым вести дела? Нет, ни в коем случае. Ну и все, тогда тебе нужно продать свою долю. И продать его конкурентам. Все. Пусть дальше разбирается с ними сам. А ты превращаешься до неприличия обеспеченную даму, которой можете позволить все, что угодно, не волноваться за себя, за малыша, за Джексона. Ну, ты мне веришь? Верю. Sitting on the top of the world, you can't remember how it was before. You think it's nothing.